Воспитанники коррекционной школы-интерната поселка Ильского встречали множество интересных гостей. В социальной акции «География детям» приехали представители районного и краевого отделений Русского географического общества и глава района Андрей Дорошевский. Перед началом мероприятия руководители муниципалитета провели экскурсию по территории учебного заведения. Обучаются здесь более 200 ребят с особенностями здоровья с 1 по 9 классы. Часть из них здесь живут. Главе района показали светлые классы, уютные комнаты для сна, отдыха и развлечений. Во дворе есть свой музей и теплица. Буквально во всем здесь видны заботливые руки и добрые сердца педагогов. В прошлом году школа-интернат приняла участие во всероссийском конкурсе «Доброшкола» и получила из федерального бюджета 7 миллионов рублей. Деньги пошли на пользу, обновили учебное, игровое и спортивное оборудование. Сама акция «География детям» призвана познакомить учащихся, конечно, с географией, культурным наследием страны и региона, природоохранной и исследовательской деятельностью, с именами первооткрывателей, которые навсегда вошли в мировую историю. Мы надеемся, что и вы в будущем станете в череду и плеяду тех великих людей, которые приносили славу нашей стране. Глава района поделился с ребятами своими детскими воспоминаниями и рассказал интересную теорию о деятельности известного русского путешественника и географа Николая Пржевальского. Есть информация, что Пржевальский, помимо того, что был исследователем географом, он еще и работал на разведку на самом деле. Он узнавал, где находятся вражеские, неприятельские редуты и так далее, базирования. Поэтому это очень ценный был путешественник в плане разведывательных данных. Поэтому он еще, можно сказать, был и спецагент, по большому счету. Волонтеры молодежного клуба РГО и молодежного центра Северского района провели для ребят тематические площадки и вручили подарки.